И всем привет, с вами Каиса, и я начинаю проходить Crash Bandicoot 2 бета-версия. Судя по всему, она европейка, вроде как. Так, я не помню, на самом деле, какие здесь различия, так что будем вместе с вами наблюдать за этим. Новая игра. Язык, естественно, английский. Situation. If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Так, ну вот, давайте пока по нулевому уровню походим, посмотрим. Какие отличия? Так, здесь маску дают. Не помню, чтобы давали маску. Так. Ну тут уже сейчас закончится уровень, конечно же. Ну да, вот здесь вот он закончится. 10 коробок, я помню, в оригинале было. Ну да, и сейчас мы отправимся в Warp-Room. Ну, я думаю, вот эти вставки все я буду пропускать. Я думаю, вряд ли они отличаются. Так, давайте сохранимся. Так как это европейский регион, то у меня все заново должно быть. Так. Бета. Сохранюсь под этим названием. Чтобы не путаться на всякий случай. Так, вот так вот. Бета-версия. А, звуков нету каких-то эффектов. Так, ну ладно, давайте отправимся в первый уровень. Да, тут какие-то отличаются звуки. Заметил. Да, и нам придется играть в 50 FPS, потому что европейский регион. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, не так критично. Будем пытаться, конечно, проходить на гемы все. Так, что у нас здесь? Коробочка. Так, крыса, иди прочь. Так, а что здесь? А, хотя ладно. Так, сложная дорожка. А давайте отправимся. Я не буду копить жизни особо вот так вот, чтобы вот фармить. Эти вумпы собирать особо не буду. Так, здесь чекпоинт дают, да? Это хорошо. Так, иди прочь. А, нитроящики. Так, ладно. Так, разбиваем эту деревяшку. Так, ну там вроде одни нитроящики. Так, быстро надо... Ах ты, черт, не успел. Или успел?
Да не, вроде успел. Так, здесь жизнь, да? А коробок нету, да? Получается. Хм. Так, вот здесь да, были коробки, да, вот они. Так, это все, да? Трудная дорожка. Ах ты птица, зараза такая. Так, вот как раз нитровырубатель. Окей. Ну, я надеюсь, что я все коробки сбил. Так, двойная масочка, чекпоинт. Так, не буду я тебя убивать, ушатывать тебя. Так, давайте в бонус сходим, что ли. Вот так вот. Это все, что ли? Такой простой бонус. В жопу эти вумпы. Так. И вы пошли туда же. Так, чекпоинт, отлично. Так, маска тройная. Ага, коробочка. Нет, идите к черту. Не хочу я с вами иметь дело, знаете ли вы. Так, 62 коробки. Так, и это гем. Так, а теперь мы пробежимся этот уровень без ящиков, без коробок, то есть. Так, да, идем. Вновь в этот уровень, да, многих звуков, звуки отсутствуют многие в этой бета-версии еще. Так, не сбиваем никакие коробки. Первый цветной гем, возможно, есть получить. И там не захлебнись в этом болоте-то. Иди к черту. Не нужны мне ваши коробки, отвалите вы. Ай-яй-яй. Так, крыса. Тебя я убью. Так уж и быть. Так, вот сложный момент. Ай ты, черт, 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 так не пойдет. Плохо, что я сбил эту коробку, конечно. Да отвали ты. Так не пойдет. Отвянь. Просто отвянь. Ах ты гад. Мог же сейчас схватить меня. Мог же. Так, почему я не смог перепрыгнуть нормально? Это вот место. Вот так вот. Отвали, блин.
А, гады, гады, гады. Ну ладно. Вау. Да, ноль коробок. Вот мой синий гем. Замечательно. Это просто замечательно. Давай, Крэш. Даже нельзя это отключить, обалдеть можно. Так, сохранимся. Так, а почему 0%? Ну-ка, дай-ка я еще раз проверю. Почему 0-то? А, вот, 4% уже. Так, мы отправляемся в Snowgo. Второй уровень. Второй уровень. Можно будет попробовать попытаться взять этот красный гем супер прыжком. Но я не уверен, что у меня получится это. Так, тройная маска. Идите все к черту. Вот так вот. Так, один с коробок. Я надеюсь, что я не пропустил там ничего. Ну ладно. Так, чекпоинт. Пингвин. Иди в пень. Так, здесь чекпоинт тоже дают. А, вот он, этот момент с красным гемом. Можно его взять вот. А, нет, нет, нет. 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 Черт, нет, нет, нет. Как же я его убрал? Нет. А, вот так вот надо совсем на край встать. Нет. Нет, блин, а почему это? Вот это, ну, нужно сделать. Нет. Нет, блин. Фух. Да блин, что-то... А, вот, или вот так вот с места. Чуть-чуть мне не хватает. А, вот, все, взял, отлично. Так, ну давайте в бонус сходим. Так, тут три коробки, да? Отлично. Так, и тройная маска.
Так, 69. Так, все тут сдохли, нет? 74. И, а где гем? За ящики. Так, он же здесь. Вот же он. Я не понял. Вот гем. Под этой платформой. Черт, что происходит? Да, это бета-версия. Блин. Кем туда провалился под текстуру? Вот дерьмо-то. Так, что же это за безобразие такое? Может, там плохо прогрузилось все? Ну-ка, давайте заново. О, я даже жизнь еще заработал. Нет, гем там и остался под текстурой. Его никак не взять, да? Блин, игра, хватит. Ну ладно, черт бы с ним. Особенность бета-версии. Вот, уже косяк замечен. На. Ну ладно, взяли хоть красный гем. Сразу. Он нам в 6-м уровне, по-моему, пригодится. Так, ну давайте сохранимся, пожалуй, и все. Так, в какой уровень отправимся теперь? В третий. Хэнк Хайд. Этот. Обалдеть. Фух, речной уровень. Музыки не... А, вот, играет. Я думал, не играет уже. Так, рыба, иди к черту. Ой, это я еще за время успел. Нет, сейчас играем на коробке. Отлично. Пошел прочь. Хотя я не помню, смогу ли я взять тут все сразу. Так, понятно. Один с коробок, да? Ну да, есть синегемовая дорожка. Так, а куда она меня приведет? Я что-то забыл. А, вспомнил.
Так, бегемотик. Цветок, что тебе надо? О! Так, ну хоть чекпоинт дают. Так, а где мне активатор брать? А, активатор позже будет. Понятно. Так, пока едем тогда до активатора. Вот оно. Так, теперь аккуратно обратно. Аккуратно, аккуратно, Крэш. Нет, нет, нет. Ай, ты черт, блин. Мина тупорылая. Так, ладно, вот теперь собираем ящики. Так, тут еще коробка есть. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Блин, тут еще три коробки. Понятно. Так, нет. Нет, 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 нет. Вот так вот. Так, вроде все собрал. Сшибаем это дерьмо. Так, и меня сейчас вернет на начало уровня, по-моему, даже. А, нет, прямо вот сюда и вернуло. Так, кристаллик. Это хорошо. Чекпоинт. Это тоже здорово. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, коробочка, коробочка. Отлично. Отлично. Да, тут хоть гем правильно отображается, так что... Так, мы сейчас вернемся же в этот уровень, на время попробуем быстро пробежать. На время. Так, надо сразу быстро бежать. Нигде не тормозить, не тупить. Давай, быстрее. Никаких чекпоинтов даже. Да, много я что-то уже натупил. Ах ты чёрт! Ну молодец! Давай, Бандикут! Палы. Так, быстрее, 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 быстрее. Успел, успел. Есть, 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 есть,
Так, давайте сохранимся. И отправимся в четвертый уровень. Который называется The Pits. Вау. Вау. Иди к черту. Так, давай ТНТ. Бах. А, это ты, да? Так, ну ладно, черт с тобой. Вот так вот мы поступим. Так, ты мне не нужен. Так, тут два пути. Можно правый сперва зачистить. От вот этих вот созданий. Нет, потом. А, или надо было сперва влево идти. Я вот не помню. Пошел к черту. Да, надо было сперва влево идти. Ну ладно, сейчас до конца добежим правый. И пойдем уже в левый. Так, аккуратно надо бежать сейчас. То в яму можно угодить легко. Это будет так тупо. Так, ну ладно. Чекпоинт, так чекпоинт. Спасибо, конечно, игра. Как можно не радоваться чекпоинту? Фух, блин. Чуть не провалился. Так, теперь идем активировать те две коробки в том проходе. Так, а где эти мыши сраные, да? Пошла к черту, крыса тупая, или кто ты там. О, тут тоже чекпоинт есть, да? Ладно, давайте используем. Вау, как она меня сейчас не достала, мне интересно. Так, а вот и активатор. А тут, кстати, кристалл у нас, да. Опять эти разные животные. Так, ну а теперь сходим за теми двумя коробочками. Блин, яма. Две жизни, да? Неплохо, неплохо. Так, теперь идем прямо. Тебе чё надо? Вот чекпоинт, отлично. Так, яма, не хочу я в тебя лезть. Пошла ты к черту. Так, вот в бонус схожу. Короче. Так, там все сдохли, ящики эти. Вроде все. Так, тут активатор нам нужен. А, вспомнил. Вспомнил я эту жесть.
Да, это вот так вот делается. Так, теперь надо быть аккуратно внимательным. А, ну они... Все, они все разбиваются, отлично. Эх, все что ли? Ну, поехали, поехали. Нет, яма, иди к черту. Так, черепашка. Так, яма еще одна. Вот мой гем, ура! Ура, товарищи! Ух! Так, сейчас камушек будет. Так, Рэш, ну хватит радоваться. Так, давайте сохраним все, окей. Так, Crash Dash, окей. Идем в него. Тогда уж. Так, что у нас сейчас тут? Будет такое. Пока особых изменений я не наблюдаю. Может они есть? Я просто не помню, конечно. Так, бомбы, да? Бомбы. Мины, мины, мины. Вау! Как жалко две маски было потерять. Ну да ладно. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. Куда ты, блин, меня откинул? Камень ты сраный. Под зады. Так, понаставят тут всего, понимаешь. Ящики тоже, что ли, будут? Так, нет, нитро, 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 нитро. Кристаллик. Окей, сходим в бонус тогда. А, знакомый бонус. Блин. Черт, сдохну же сейчас. Нет. Блин, нет. Нормально, выжил. О, опять считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, здесь что? Опять мины. Ай, блин. Коробка. Черт, коробка. Так, где-то сейчас мины понаставили тут. Блин, ускорялки. Сейчас, наверное, коробки будут.
Так, где мой гем? Ура! Фух, вот еще одну миссию прошли. Кстати, сейчас будет первый босс. Да, пока что со SnowGo проблемы. Отвали. Так, ну что, сейчас отправляемся к Рипперу. Рипперух. Ну давай, давай. Так. Где-то здесь надо встать. А, нет. Так, вот где-то, по-моему, тут. Все, готов. Парам-пам-пам. Так, ну что, вот мы дожили до второй зоны. Давайте сохранимся. И я на этом благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся во второй серии моего сравнительного прохождения бета-версии в игре Crash Bandicoot 2. Пока-пока!